Вот, друзья, бывают такие замечательные места, как Красная Поляна, Роза Хутор. И я думаю, что наше здание могло бы здесь в том числе находиться и быть экологически чистым, не вредить окружающей среде. Думать, где будет находиться наш технопарк. Конечно, было бы очень красиво сделать технопарк на одной из таких вершин. И это могло бы быть первое здание в мире экологически чистое, которое не загрязняет окружающую среду. Местность располагает. Ветер в горах, мы сами знаем, бывает часто и достаточно сильный, поэтому можно было бы возвести небольшой объект метров 25 или 30. Да, может быть, Дубаев, но видишь, Дубай – это все-таки город с низкопотенциальными потоками, то есть ветра там не сильные. То есть, если мы говорим о здании от 100 метров и выше, то для Дубаев, да, эффективно. А если мы говорим про наш технопарк, где здание там 20 или 30 метров, которое, да, должно функционировать обязательно туда, то есть обязательно оно должно будет эксплуатироваться, не просто технопарк.